Приветствую вас, и, конечно, ситуация достаточно неоднозначная, ситуация достаточно неприятная для вас. Понимаю, что ваша подруга, ваша, можно так сказать, лучшая подруга, поступает по отношению к вам не очень хорошо, когда распространяет подобные сплетни, распространяет подобные вещи и так далее. Давайте подумаем вот о чем. А мы не знаем и не можем знать, к сожалению, что у вас там происходит. Мы не можем знать, к сожалению, так же и то, кто из вас именно прав. Потому что, ну, понятно, надеюсь, что чужая душа в отъемке, чужая душа абсолютно неизведанная, и нужно разговаривать, как бы это сказать, да, с каждым человеком, нужно разбираться отдельно и так далее. Но, что делать в этой ситуации вам? Попробуйте, вообще говоря, подумать вот о чем. Кому выгодно распространение сведений, которые, ну вот, распространяет, да, ваша подруга, может быть, распространяет ваша подруга. Кому выгодно? Выгодно ли это, скажем, вашему мужчине? Ответьте мне на этот вопрос. Выгодно ли или нет? Потому что, если нет, то это 100% делает ваша подруга. Я прекрасно понимаю вас. Я понимаю, что вы теряетесь в догадках, кому вообще верить, да, кому доверять. Но доверять, по сути дела, вам нужно только тому, кому элементарно невыгодно, да, невыгодно данная ситуация. А кому выгодна данная ситуация? Попробуйте на эти вопросы отвечать. Сами себе хотя бы. Подумайте, кому может быть выгодна ситуация, в которой вы оказались. Думаю, что не будет у вас никаких с этим проблем. Потому что от этого выигрывает только ваша подруга. Вот и думать вам нужно в таком ключе. Кому выгодно, тот и виноват. Потому что, ну, объективно человек не будет ничего делать без собственной выгоды. И если кому-то выгодно вас поссорить, а это может делать ваша подруга, ну, соответственно, велика вероятность, что это именно она. И тогда вам нужно спросить себя о следующем. А вообще-то говоря, вы своему мужчине доверяете или нет? Вот еще один вопрос, который вам нужно себе задать. Потому что если твоему мужчине вы не доверяете, или ранее он как-то ваше доверие обманывал, то можно говорить о том, что это распространяет он. Но водилось ли за ним раньше такое? Есть ли основания полагать, что он как-то вас обманывает, предает? Если есть, то это одно. А если нет, то тогда можно говорить о том, что опять-таки это подруга. То есть, суммируя все вышесказанное, можно сделать такой несложный вывод о том, что вам необходимо спросить себя о некоторых вещах. И эти вещи помогут вам
помогут вам лучше понять, кто, где, кто, почему и для чего. Но для начала все-таки исходите из того, кому это выгодно. Вот кому выгодно, тот, скорее всего, и приложил руку к тому, что вы описываете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.